Спасен и ищет новых хозяев. Котенок, забытый на балконе пустующей квартиры, наконец-то вернулся к людям. О малыше, кричащем на весь двор несколько суток, мы рассказывали вам в среду. Тогда спасти животное не удалось, он спрятался. Однако впоследствии котенка вызволили. Малыш очень напуган и пока живет у своих спасителей. Ты, зайчик, покушай, спасли тебе малыша. Как ты там один? На, покушай. Ты не кушал 5 дней, малыш. Ну, покушай, ну, пожалуйста. Котенок совсем маленький, ему около месяца. Кормить молоком приходится из пипетки. Останься малыш на балконе дольше, он мог бы погибнуть. Жизнью котенок обязан Вере Кобылянец. Она звонила во все службы, а затем обратилась в редакцию «Времени новостей». Спасатели вызволять животное отказывались. Балкон, где сидел котенок, частная собственность. Хозяев в городе не было, а проникнуть туда спасатели могли только с полицией. После этого Вера пыталась спасти котенка своими силами. Подставляли лестницу, ставили миску с молоком, чтобы выманить животное, но он забивался в угол, и дотянуться до него не было возможности. И я всеми путями нашла собственника квартиры, дозвонилась до него, и в результате мы зашли на балкон, и его выцепили, случайно нашли, он зацепился за ковер, и выцепили его оттуда. Сейчас котенок живет у Веры, но оставить малыша девушка не может. У нее уже живет взрослая кошка, которая на найденыша реагирует агрессивно. Пока кошку держат на балконе, но долго это продолжаться не может. Поэтому девушка ищет новых хозяев для котенка.